Продолжим, друзья, музыкальную часть нашего сегодняшнего шоу. Группа «Комната культуры» у нас сегодня во главе нашего внимания. Женя Трофимов, Рома Рудыка, они оба здесь. Привет, 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 ребята. Давайте все-таки скажем честно, что «Комната культуры» — это гораздо больше, чем вас, чем вот те два человека, которые сегодня приехали сюда. Но обо всем чуть позже. Давайте начнем с песни, а потом уже поболтаем в полном объеме. Давайте на море рванем. Море волнуется раз, в сердце моем о нас. Море волнуется два, сплю без тебя едва. Море волнуется три, милая, позвони. Доехала или нет, морю большой привет. Море волнуется раз, я знаю, ты там сейчас. Море волнуется два, руки прячь в рукава. Море волнуется три, там снова идут дожди. Море волнуется, да, море большая вода. Твоя волна рождается из глубин, она к тебе идет одна, не еду лишь я один. Два. Я морю пою сейчас, и слезы держу едва. Море волнуется три, море вдруг молчит. Доехала, позвони. Море, она позвонит. Море, она позвонит. Спасибо. Ой, всегда как тяжело, очень трогательно, когда жены уезжают на море, даже... вот так вот одни вот, говорят. Сейчас нужно разрядить аплодисменты. Да, давай, история. Да, истории. Да. Но мы все-таки начнем с анонса. 28 апреля, клуб «Комьюнити» — это Москва. 1 мая — оранжерея Таврического сада в Питер. Творческий вечер Жени Трофимова в сопровождении гитары от Рома Рудыки. Оба они здесь. И есть некое недопонимание, которое, я надеюсь, вы сейчас разрешите. Группа «Комнаты культуры», а творческий вечер Жени и Ромы. Вы намеренно разделяете эти бренды? Ну, просто наша музыка началась с солиста, ну, то есть меня. С тебя. Жени Трофимова, да. А потом она уже разрослась в такую большую группу «Комнаты культуры». Поэтому мы не разграничиваем, а просто показываем то, из чего рождалась эта музыка. Ага. Вот, поэтому иногда я выступаю там один или с Ромой. То есть есть варианты, если комната культуры целиком. Да, да. Для тех, кто не очень хорошо понимает, что же такое комната культуры, кто такой Женя Трофимов, сразу скажу, что команда была основана в конце марта 2022 года и только что отпраздновала 2 миллиона слушателей на Яндекс.Музыке. Неплохо. Причем количество удвоилось буквально за полтора месяца там, да? Ну да, даже меньше, чем полтора месяца. Ты за счет чего? Поразительно.
За счет песен, за счет чего? За счет новых песен. Ну да. Вообще мы планировали 1 миллион, чтобы в этом году уже у нас было. Ну, но да. Планы опередили. И планка повышается. Наши желания, да? Расстроились, рассчитывали на 1,2 миллиона. Все планы сбились, да? Да. Ну, слушайте, про Женю Трофимова лучше говорят действительно его песни. Достаточно вспомнить ту же самую «Птичку от Хамалинова», и это же твоего... Твоих рук дело. Не только рук, но и клавиш, и струн. И клавиш, и головы, соответственно. Но это действительно очень круто. Но сегодня давайте все-таки говорить про комнату культуры. Прошлый год у вас был на редкость удачным. Больше 100 концертов. И, как говорят, этот год обещает быть более крутым. Вы заявились на несколько очень масштабных фестивалей. Что еще в планах? Говорят, новые песни тоже не за горами. Да, у нас каждый месяц... По графику выходят песни. Как хорошо, артист составляет график. Тогда есть график. Да, январь песня. Вы сами перед собой такие задачи ставите? Да, потому что у нас большой, обширный гастрольный график. И для того, чтобы слушатели все равно баловать новыми песнями, мы их заранее записываем, потом выставляем график. А потом, соответственно, выкатываете, чтобы вот эта вот подпитка была к вам. Да, да, да. Интересно, очень клево. Вы называете свой стиль бард-рок, правильно? Барды и рокеры редко принимают участие в различных телевизионных конкурсах, но, Жень, ты был финалистом «Новой фабрики звезд». Что тебе это принесло? В чем вообще был посыл? Вот, ну, и ради чего ради вообще? Ну, на самом деле это больше была... Больше меня заставляли мои знакомые ехать на «Фабрику звезд». Вот. Я сам сильно не горел желанием, но когда попал туда, понял, что это была огромная ошибка в том плане, что нужно было сразу туда идти, потому что это дало очень большой опыт большой сцены, работы с камерами и всего остального. И после этого у меня остались... контакты и знакомства со многими артистами, с кем я вот сейчас работаю как автор. Слушай, ну, буквально, не знаю, там лет 5 назад артисты вообще, которые приходили сюда, находились на вашем месте, говорили, да зачем нам эти конкурсы? Есть интернет, есть соцсети, мы туда закидываем треки, становимся безумно популярными, все это монетизируется и так далее. Опыт большой сцены, неужели без этого опыта ничего не получилось бы? Ну, это очень большая закалка, и когда ты уже начинаешь давать свои концерты, это очень сильно помогает, и ты уже выходишь более уверенный к зрителю, и зритель начинает тебе верить. Не всегда это случается. Ребята, коллеги из комнаты культуры думают, нафиг это большая сцена? Женька бы ездил и ездил! Да, ну почему ты так думаешь? Я уверена, что к большой сцене стремятся абсолютно все. Да. Предлагаю плавно... каждого музыканта. Конечно. Предлагаю плавно перейти к следующей песне. Она называется «Поезда», и уже стала трендом в социальных сетях по запросу путешествия. Понятно, путешествие сейчас в тренде. Ну и продолжает покорять чарты музыкальных сервисов. Как пишутся, Жень, хиты? «Птичка», да, «Поезда». Они пишутся в основном в Барнауле. Реже там место силы. Вопрос был, нигде пишутся. Они пишутся на моей студии, на этой гитаре. Потом показываются ребятам, мы дорабатываем их. Вообще песни с транспортом, они очень часто в репертуаре «Комнаты культуры» есть. У вас же есть самолеты, автомобили есть? Или работы? Возможно, но летом выходит еще песня «Корабли», поэтому самолеты, поезда и корабли уже есть. Что еще осталось? Воздушный шар? Гужевой транспорт. Самокат. Телега. Модная, уже сказали. Ну и в конце что-нибудь про пешеходов тоже нужно будет написать. Вы прямо альбом можете выпустить. Подороже. Назвать его «Движение», да? Назвать как угодно. И вообще Москва, на самом деле, вот общественный транспорт пробивается. Но пока заказ от РЖД сейчас прозвучит. Да, пожалуйста. Да, давайте. С тобой выигравших нет, лишь бы просто дорогу к тебе не забыл. И стаканом в граненых шум трещит, как любовь по швам. Я каждый вокзал прошу, не пускай меня к поездам. И рельсы, сердечный пульс, железные струны души. Наверное, скоро вернусь, ты, пожалуйста, только пиши мне. И тянутся города, и я в каждом из них бывал. Нас ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал. Чтоб быть с тобой навсегда, и я сразу билет не взял. Нас ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал.
потоках тень, зачеркнутый в календаре, проводницам здороваться лень. Но сейчас они главные в нашей судьбе, и пестрятся головки газет, что против судьбы не пойдешь, любви в этом городе нет. Но я знаю, что ты меня ждешь. И рельсы, сердечный пульс, железные струны души. Наверное, скоро вернусь, ты, пожалуйста, только пиши мне. И тянутся города, и я в каждом из них бывал. Нас ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал. Что быть с тобой навсегда, и я сразу билет и взял. Города, и я в каждом из них бывал. Нас ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал. Что быть с тобой навсегда, и я сразу билет и взял. Нас ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал. Комната культуры у нас здесь в гостях. Женя Трофимов, Рома Рудыка. Жень, процитирую тебя сейчас. Многие начинающие артисты хотят написать хит. Это большая ошибка. Сразу возникает вопрос, разве плох тот солдат, который мечтает стать генералом? Почему артист не должен мечтать написать хит? Начинающий. Но, к сожалению, в наших тенденциях люди, когда начинают думать только о том, чтобы написать хит, начинают забывать о том, что изначально нужно писать музыку. Вот, и поэтому они немножко рассыпаются. Здесь нужно не забывать о том, что музыка, она многогранная, вот, и не всегда тот хит, о котором ты думаешь, будет хитом. Вот, это такая глубокая история. Поэтому здесь я и так и сказал, что не нужно думать о хите, нужно просто заниматься своим делом, вот, ну, музыкой. А хит сам напишется потом? А здесь уже... Как повезет. Как повезет, да. Это такая рулетка. Жень, ну вот ты постоянно работаешь на студии, записываешь других исполнителей. Получается, это какой-то большой объем работы, от которого нельзя отказаться, чтобы полностью сосредоточиться на комнате культуры. То есть ты так и продолжаешь в дальнейшем и работать для других, и для комнаты культуры. Да, времени, в принципе, хватает на то и на другое. Да. То есть это не то, что ты разрываешься? В перерывах между гастролями я работаю с артистами, вот, потом уезжаю спокойно на гастроли, дальше возвращаюсь, дальше работаю. Поэтому график-то плотный, но мне это нравится. А что коллеги твои делают, покуда ты работаешь с другими артистами? Они тебе не втыкают ребята, за это? Нет, у ребят тоже. У нас тоже, да, есть немножко там различные халтуры, направления. Халтуры определенные. Ай-яй-яй-яй, авторские проекты. И как раз нас же 5 человек музыкантов, и мы хотим передать привет Вячеславу Климашину, Тиму Гуралю и Владимиру Васильковскому. Да. Я насчитал в общей сложности 6. Нет, нас двое. И вас двое. Их трое. Хорошо. Вообще у нас большая команда, и звукорежиссер, и менеджер, и технический директор. Но если мы сейчас будем всем привет передавать. Да, это все эфирное время. У ребят своя музыкальная школа, они занимаются ей, вот, и учат детей, взрослых. Школа рока так и называется. Вот, поэтому в каждом есть чем заниматься. Да. А пока комната сдается посуточно приезжающим в Барнаул. Да, кстати, я просто риэлтором еще работаю. Поэтому есть все сошлось. Есть люди, которые никогда не слышали комнату культуры, допустим, захотят познакомиться поближе. Какие песни надо послушать, чтобы стать сразу фанатом группы? Чтобы понять, что такое комната культуры, я считаю, что нужно послушать песню «Я даже не знаю». Она так и называется. Потом сразу перейти к кораблям. К поездам и закончить все самолетами. Вот, и в принципе на этом. А в море не окунуться? Можно. В море это уже потом. Когда уже станешь гурманом. В море? Ночью. Чуть позже. Я даже не знаю. Ночь не фигурирует в этом списке. Ночь это она у нас новенькая, такая еще молоденькая песня. Она больше для такого ночного рейва, можно сказать. Она приживается к пространству еще. Да. Давайте приживать. Ну покажите нам, что же должно быть прижито к пространству.
что шла по руку, держи мою и молчи, моя хорошая. Пожалуйста, больше так не шути. На кухне гаснет свет, сквозь огоньки в сплошном дыму. Танцует, силует, танцует лишь мне одному. Любить, пока еще молоды и пьяны, давай жить хотя бы до первого дня весны. И сводить с ума этот самый безумный мир, в котором я тебя заново полюбил. В эту ночь люби и не дай мне спать, давай разговаривать, разбудим весь дом опять. А впрочем, ночь, танцуй только для меня, такая красивая, я снова люблю тебя. Очень ночь, я снова. Свет, в нем тень твоя промелькнет, полпачки сигарет, с бессонницы в переплет, квартира лишь для нас, ночь завершит поцелуй, я буду петь сейчас, а ты танцуй. Любить, пока еще молоды и пьяны, давай жить хотя бы до первого дня весны. И сводить с ума этот самый безумный мир, в котором я тебя заново полюбил. В эту ночь люби и не дай мне спать, давай разговаривать, разбудим весь дом опять. А впрочем, ночь, танцуй только для меня, такая красивая, я снова люблю тебя. Очень ночь, я снова люблю тебя. Спать, давай разговаривать, разбудим весь дом опять. Ночь, танцуй только для меня, такая красивая, я снова люблю. В эту ночь люби и не дай мне спать, давай разговаривать, разбудим весь дом опять. Впрочем, ночь, танцуй только для меня, такая красивая, я снова люблю тебя. Очень снова люблю тебя, очень ночь. Я снова люблю тебя, очень. Ну что, комната культуры приживется. Вполне. Должно, абсолютно уверен. Вполне. Я еще раз напомню, 28 апреля клуб «Комьюнити», 1 мая оранжерея Таврического сада в Питере, творческий вечер Жени Трофимова, гитара Рома Рудыка, ну и, соответственно, огромное количество музыкального материала и, да, я уверен, общения. Да, и стихов. Да, спасибо огромное. Спасибо. Очень приятно познакомиться. Спасибо, правда, спасибо, спасибо большое. Ждем спасибо уже с полноценным концертом. До новых встреч. Отлично. Счастливо. Вечернее шоу.